Опасная бритва, Фредерик Рейнольдс, 1840-1860. Английская бритва, клин, сделана в Шеффилде на заводе Фредерика Рейнольдса. Вот. Ручка здесь рок, в оригинале все, пинны, клинышек. Параметры бритвы я покажу рядышком здесь. Здесь где-то 7 восьмых, бритва клин. Вот. Клеймо уже показывал, старого типа. Полотно в очень хорошем состоянии. Есть незначительные следы времени. Ну а так тут все хорошо. Дизайн тут такой классический английский. Носик с вырезом. Есть правильная улыбка. Бритва удобная, но массивная. Такая в среднюю, в крупную руку. Ручка полностью целая вся, без трещин, без расслоений. Пины латунные. По ручке идет гравировка с позолотой. Сейчас переверну, покажу. Вот. Тут местами есть темные пятнышки, но никаких именно критичных таких дефектов она не имеет. С оборотной стороны то же самое. Такой у нее полупрозрачный медовый цвет. Здесь проставка внутри стоит одна. Хвостик на хвостике, как и на многих англичанах, следы ковки. Вот. Стабилизаторы целые, на эрле чисто. На полотне с обратной стороны пара пятнышек есть. Ну тоже ничего такого критичного. Для бритвы таких лет состояние очень хорошее. Выборка у нее клин. Такой полный клин. Зубчиков нету. Внутри чистая. Внутри с одной стороны стоит проставка, чтобы клинок не косил ручки. Тут тоже все чисто. Закрывается бритва ровненько. Не косит. Вот, клинышек тут оловянный. Родной. Все плотно прилегает, все аккуратно. Бритва тоже закрывается плотно, не выпадает. В руке лежит удобно. Ручка родная, баланс родной здесь. Вот такой вот клинышек. Бриться будет удобно за счет правильной улыбки вот этой вот, за счет веса. Он сам срезает щетину, хорошо идет. И по гравировке на ручке здесь получается написано The Old English Razor, старая английская бритва. Гравировка немножко в позолоте, я не стал ее там вычищать. Пусть остается там, где она есть. Вот такая вот классическая английская бритва в неплохом состоянии. Толстый обушок массивный. Покажу сейчас, как тесты она проходит. Тесты проходят мягенько, как и все английские клины такого типа. Есть? Угу. Мягенько, местами со скоком, местами просто мягко перерубает. Приправки править надо нежно, сталь у нее такая мягенькая. Заусенцу, конечно, склонности нету, но завалить кромку при излишнем давлении можно, поэтому правим без давления, может быть с небольшим провисом, ну или на колодочном ремне, там у кого как. Вот. Ну, по тестам. Все, распуск еще могу показать. Уберем. Ну вот я сразу зацепился и по всей кромке снял трушку, рассек волос, вот, видно на две части посеченные, наверное ничего там не видно будет. Не, не видно. А, ну, могу
еще раз показать, не снимая с лезвия. Вот, на три части мы его рассекаем. Ладно, все осталось на лезвие. На четыре части. Вот еще. Вот она. Ну, на пять можно. На сколько угодно. Пока толщины волоса хватит. Так. Все. Тесты показал. Такая вот бритва будет на продажу. Симпатичный клинок. Классический. Фирма довольно старая. Бритвы они выпускали с 1840-го, они начали работать вообще. И бритвы там они выпускали активно с 1850 по 900 год. И хотя сама компания работала по 1940-й, но бритвы они закончили делать к началу 20 века. И тут, судя по ряду признаков, судя по ручке вот с этой гравировкой, судя по дизайну клинка и вообще... Это где-то вот самый старт производства их, 40-е, 60-е. Тогда такие бритвы были модные, вовсю их делали. По сточенности, значит, экземпляр почти не сточен. Тут хорошая геометрия. Фаска, конечно, к носику немножко более крупная, но такое на клинах частенько встречается. Сейчас покажу. Вот такая. Крупная, но равномерная. Доводить его... Без проблем можно, там, кто купит и будет сам потом на камнях доводить, объясню, что тут к чему. Ну, как всегда, собственно. Ну, такая приятная бритва. Могу рекомендовать. Мягкий рез, хороший.